Получается, на Бакаева делает заброс против Щербакова. И снова Щербаков борьбу проигрывает. Бакаев на рывке. Штукович в штрафную площадь. И будет бить, наверное, 2-1. 2-1. Очень классный гол. «Спартак» 2 организовывает ворот Шинника. Константин Щербаков проспал все, что можно. Давайте будем откровенны. Катастрофическое сезона было. Но что сейчас случилось? Чисто индивидуальное мастерство Бакаев применил. И заходите в гости к нам. Приходите в нашу штрафную площадь, мы будем вам рады. И Покидышев здесь, и Олег Кожемякин вообще близко к воротам находился. Ну и Федор Первушин здесь вот, давайте смотреть еще раз. Федор Первушин вот попытался ногу выставить, но что поделать.